С развитием загородного строительства становится все более актуальным вопрос выбора дымоходной системы. Ведь ни один современный дом сегодня не обходится без дровяного камина, банной печи и отопительного котла. Но как выбрать подходящий дымоход для каждого из этих видов отопителей? Ответ проще, чем кажется на первый взгляд. Ведь сегодня на рынке существует дымоходная система Шидель-Уни. Универсальная дымоходная система, которая подходит и для банных печей, и для каминов, и для отопительных котлов. И сегодня мы беседуем с руководителем компании ООО «Рубин» Алексеем Телегиным, который в своей работе постоянно использует дымоходные системы Шидель, в частности, системы Шидель-Уни. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, расскажите, сколько лет уже вы работаете на рынке и чем именно занимается ваша компания? Сам я работаю на рынке уже более 15 лет. Компания молодая, ей 10 лет в этом году исполняется. Занимаемся проектированием, монтажом, ремонтом, обслуживанием каминов, печей, дымоходов и все, что с этим связано. Как часто в своей работе вы используете дымоходные системы Шидель-Уни и почему ваш выбор пал именно на них? В своей работе мы используем не только дымоходы Шидель-Уни. Компания Шидель представляет и другие дымоходные системы и вентиляционные каналы как для частного домостроения, так и для многоквартирного. Вот весь спектр продукции Шидель мы, в принципе, используем в своих работах. У них есть и керамические дымоходы, есть и металлические. Есть дымоходы как для котлов с закрытой камерой сгорания, так и открытой. И, в принципе, вот тот спектр продукции, который нам предлагает дымоход Шидель, из него можно подобрать любой дымоход и решить любой трубопечной вопрос. Будет то естественная вентиляция в коттедже, либо в квартире, в многоквартирном доме, или это будет коллективный дымоход, где на каждом этаже будут подключаться котлы в этот дымоход. Под каждую из этих ситуаций есть определенная дымоходная система у производителя Шидель. Это один из флагманов вообще дымоходной техники. А что из себя представляет дымоходная система Шидель-Уни и из каких элементов она состоит? Мы как раз стоим рядом с образцом Шидель-Уни. В принципе, по нему давайте я вам примерно и расскажу, что это такое и с чем его едят. На самом деле, это дымоходная система многослойная, состоящая из каменной оболочки, керамзитобетонный блок. В нем бывает как интегрированный канал, так и отдельно они могут пристраиваться. Также бывает одноходовой, либо два дымохода. Ну, и между ними бывает еще интегрированный вентиляционный канал. То есть, допустим, даже так, что есть котельная в неком коттедже, где колонка для получения горячей воды и отопительный котел, установив только один этот блок с дымоходами, мы сразу получаем вентиляцию котельной, подключаем к нему колонку горячего водоснабжения и подключаем отопительный котел. В принципе, все, вопрос решен. Теперь к устройству немножко, да, я расскажу, вот уже сказал про каменную оболочку. Внутри стоит независимая труба, которая никак не держится. Керамическая труба стоит на чашке конденсатосборника внизу. Она независимая, выравнивается только изоляционными матами. И они же позволяют ей скользить что вверх при удлинении и при охлаждении, она просто скользит вниз. И в точности так же маты позволяют расширяться и сужаться дымоходу. Помимо всего прочего, конструкционно в каналах заложены полости, каналы проветривания так называемые. И они благодаря внизу расположенной решетке проветривания и конструкции конуса и покровной плиты сверху обеспечивают циркуляцию воздуха вокруг всего дымохода. И он находится постоянно в проветриваемом состоянии, утеплитель не намокает, постоянно охлаждается. Ну и это повышает ему в том числе и безопасность, так как он охлаждается, и надежность системы, потому что ее комплектующие не разрушаются от этих термических нагрузок. Чаще всего, и вообще там как бы вот в заказе и так далее, можно увидеть о том, что там первые 3 метра основания, в них входят тройники, через которые мы можем его обслуживать, можем подключать приборы, вот со всеми решетками.
Это включается в первые 3 метра дымохода. Остальные линейные комплекты, набирается высота и верхний комплект, чем это завершается. То есть, ну, вот так вот из этих частей он и состоит. Чем она хороша, эта система? Тем, что очень продумана, инженерно грамотно выполнена. И один из примеров. Линейное удлинение всей трубы, оно полностью рассчитано и никоим образом не отражается на наружных стенках. То есть весь дымоход может удлиниться до нескольких сантиметров, при этом не будет происходить никакого разрушения. Вот из-за этого я и выбираю дымоход Шидель Уни. Алексей, наши читатели спрашивают, а можно ли использовать дымоход Шидель Уни для банной печи? Не то, что можно, а нужно этот дымоход применять именно к банным печам. Потому что это самый безопасный дымоход для деревянных строений. Бани у нас, как известно, чаще всего делают из древесины. И поэтому особо актуальна именно установка этого дымохода на банные печи. Единственное, обязательно нужно правильно его спроектировать, смонтировать, сделать безопасные разрывы вокруг от деревянных конструкций здания. Ну и предусмотреть все необходимые меры по снижению и по достижению допустимых температур именно для этого дымохода. В частности, устанавливается регулятор тяги, который не позволяет дико разогревать этот дымоход. Ну и, как уже было сказано, обязательное условие – это правильный монтаж. Чаще всего те, кто спрашивает это, они не следуют инструкциям производителя, идут на какие-то там нарушения, так скажем. Ну, а потом удивляются, почему же у них там что-то произошло. Вот здесь хотелось бы сказать, что, ребят, давайте вы сначала будете следовать четко инструкциям, указаниям производителя, а потом уже будете претензии какие-то высказывать, что что-то годится или не годится для тех или иных условий. Очень часто данный вопрос возникает, и какие-то разрушения, если и происходят в дымоходе, то это по причине того, что был неверно подобранный диаметр дымохода. Если ознакомитесь с инструкцией, там будет написано о том, что по термической нагрузке дымоходы банных печей, они начинаются диаметр от 16. Вот, к сожалению, пытаясь сэкономить какие-то там некие средства, люди пытаются поставить 14 диаметр. У него гораздо меньше площадь, которой он соприкасается с дымовыми газами. Температура распределяется более агрессивно в 14 диаметре по сравнению с 16, из-за этого происходит разрушение. Иногда даже для банных печей, которые выдают огромную температуру и большой поток дымовых газов, следует проектировать даже не 16, а 18 либо 20 диаметр дымохода. Дымоход точно подходит для банных печей. Доказано в том числе и нашим опытом. Наша компания смонтировала уже не один десяток этих дымоходов и именно для банных печей. И ни на одной из них не произошло никаких разрушений. Сегодня на рынке дымоходов есть и очень дешевые дымоходные системы. Но почему именно систему Шидель Уни называют самой выгодной? Ну, он самый выгодный, потому что один раз ты платишь и пользуешься им на протяжении многих лет. Гарантийный период, за который нам производитель гарантирует замену любой вышедшей из строя детали, это 30 лет, а срок службы этого дымохода не ограничится и столетием. То есть спустя 100 лет дымоход также может продолжать работать. Естественно, он будет требовать ухода, обслуживания, возможно, частичной замены каких-то деталей, но он будет неделимый. Помимо всего прочего, его долговечность – это в точности также отсутствие вложений на перестройку зданий, да, потому что если мы купим одноразовый дымоход, и нам его нужно будет там через день или после каждого использования бани нужно будет его поменять, то стоимость вот этих вот ремонтных мероприятий, она, конечно, превзойдет там любые пределы и любую стоимость этого дымохода. Плюс ко всему, дымоход, я бы сказал тоже, что он выгодно его ставить в деревянных домах, по причине того, что требуются минимальные отступы от его поверхности до сгораемых конструкций. То есть мы здесь еще экономим на применении несгораемых огнестойких материалов, которые не очень дешевы. И порой достаточно хорошо смету наращивают, когда требуется там переделка какие-то и так далее.
Чаще всего здание нам не приходится перестраивать, когда мы устанавливаем дымоход Шидель-Уни, потому что проемы чаще всего это 58-59 сантиметров от балки до балки. Он туда убирается с нормальными противопожарными отступами от них. Ну и поэтому его также выгодно ставить. Ну и плюс ко всему, устанавливая этот дымоход, мы застрахованы от пожаров, потому что это самый безопасный дымоход. И в деревянных зданиях это наиболее актуально. Установив его один раз, мы обеспечиваем безопасность на всем протяжении службы дымохода и здания. Насколько я знаю, на рынке существуют и другие дымоходные системы из керамики. Да, на самом деле их достаточно даже много появляются. И многие из них я трогал своими руками, даже специально монтировал их для того, чтобы понять. И для того, чтобы сделать свой окончательный выбор, я в тот же самый момент выбираю дымоходы Шидель-Уни как одни из самых лучших, которые на рынке. Может быть, это будет голословно звучать, да, поэтому я попытаюсь обосновать, почему. Ну, допустим, есть некоторые компании, которые предоставляют отдельно трубы, к ним даже они сами укомплектовывают там некими изоляционными материалами, блоками, чего-то там закупают, какие-то там другие материалы, но это не совсем является законченной дымоходной системой, в отличие от Шиделя. У Шиделя это все из одних рук. То есть, если там они предоставляют максимально гарантию, это на саму трубу и прикладывают сертификат именно производителя трубы, а не всей системы. Ну, у них не законченная система. Потом, понимаете, вот отсутствие инженерных решений, которые есть у Шиделя, оно приводит к большинству каких-то, можно назовем, колхозных решений. То есть человек просто берет, и он должен сам это додумать, а чаще всего это называется сколхозить. У компании Шидель, вот чем нравится еще, очень грамотные и продуманные инженерные решения. Нам не нужно что-то самим сочинять, пытаться на месте. Мы взяли по написанным инструкциям, четко ее следуя, мы собираем идеальную дымоходную систему. Нам не нужно туда что-то вмешиваться. Если мы даже и какие-то там пытаемся внести улучшения, но они никоим образом не противоречат инструкции. Плюс к тому, что у них обширная дилерская сеть, служба поддержки продаж, к которой только стоит обратиться, тебе все разъяснят, вышлют еще необходимые документы, которые даже там в открытом доступе нет, они тебе пришлют, все уделят максимум внимания к твоим проблемам и всячески постараются их решить. Вот это подкупает, поэтому я работаю много лет уже с компанией «Шидель» и, в принципе, не собираюсь заканчивать свое сотрудничество с ними. Алексей, большое спасибо, что уделили нам время и рассказали нам о дымоходной системе «Шидель-Уни». Теперь мы знаем, что эта система действительно идеально подходит для каминов, отопительных котлов и банных печей. Но мы не прощаемся с вами. До новых встреч, друзья!